Всем привет, друзья, с вами Валёк, и мы продолжаем играть в космических инженеров. Итак, иногда может появляться кашель, потому что что-то прям горло не здоровится. И я сделал проход в гаражик, не на камеру, правда. Ну, выходит вот так вот пока. Здесь как такового шлюза нету. Дверь, которую вручную надо закрывать. Здесь шлюз на улицу, ну, тоже ручной. Все вручную. Потери воздуха будут минимальны. И сегодня мы с вами сделаем... Начнем, точнее, делать верхушку. Кстати, снаружи тоже сделал. Все как надо. Открываем. Вот так вот это сейчас выглядит. Здесь пока ничего. Совсем. Здесь будет верхняя комната. Наверное, над гаражом все-таки ничего не будет. А посадочную площадку мы сделаем с этой стороны. Или с той. С какой-нибудь. Антенна здесь временно находится, как и шлюз. Не знаю, шлюз. Может, нет, а может, останется. Ну вот сейчас основное сделать. Хотя вторую посадочную площадку надо сделать. Можно прям с этого места начать. Вот как стоит корабль, отсюда можно ввести площадку с чуть ниже блоком, так сказать, инженерный отсек в один блок. Там будут подсоединены конвейеры, потому что строительный корабль у него конвейер вниз. Собственно, нам будет вниз провести. Ну и как-то вот все это дело выстроить, построить. Ну и, конечно же, скорее всего, не знаю, растянется на две серии. Да, корабль там еще не доразобран. Вообще чуть-чуть осталось. Прям кусочек. Вот. Сегодня точно будем строить посадочную площадку. Маленькую для малых кораблей. Может и ангар, даже не знаю, как поступить. Ангар может сделать или просто посадочную площадку. Ну, начнем с того, что просто посадочная площадка, а там уже посмотрим, что это будет выходить. Как-то так. Ну, для начала надо бы будет подборы подвести. Ну, как-то, да. Сейчас я возьму строительный кораблик. Так. Включайся. О. Бутин. Второй экран не работает. А, заработал. Он же, они же вместе, я забыл. Так, я сейчас сохранение включу. Сохранение включу. Опять help lost. Не может быть. Почему? Где фейл? Help. Здоровье. У меня чел болеет, что ли? Или чё? Чё с ним? А, ну я тут недавно задыхался, я вроде в край камеры хотел вылечиться, но нет. Не тут-то было. Так, стальные пластины нету. О, как раз есть возможность дальше разобрать корабль. За стальными пластинами. Да. Так что вот, Славе хотел узнать, как я сделаю в гараже. Ну, вот так сделал, пока просто, без всяких сенсоров. Совершенно. У Григория там прям вообще мега планы со взрывами появились. Все будет, когда появится наш пират. Пока сейчас ничего не будет. Сейчас основная постройка, на что тратятся все ресурсы. Ну еще Славик говорит то, что зря мы не собираем магнезий. Ну, у нас его здесь, я думаю, нормально количество. И собрать его, в принципе, по времени недолго. И сейчас возможности изготовления у нас тоже, как бы, они слабенькие. А, ну да, Максима еще пока нету, но ты временно в отъезде.
Поэтому тоже пока один ковыряться. Да давай, дай мне эту пластину. Вот. Ну и сейчас я соберу, пока на паузе будет. Итак, вон уже не вмещается деталька, он упала. Непонятно. Моторчик, наверное. Аккуратненько полетим на станцию, потому что если наклониться, то уже корабль не особо держится. Слишком тяжелые. Надо в боковинку добавить движков будет. Так, еще вон там кусок надо достать. Смотрите, а издалека круглые блоки, не прорисованные, они обычные треугольные блоки. Так, раз, да? Еп. Раз, стали круглые. Так, вот эту штуку надо достроить. Сделать какой-нибудь нормальный вход. Надо будет запланировать. Так, сейчас заварю. Так, а теперь надо убрать отсюда вентиляцию. Потому что она мне не понадобится. Иди сюда. Иди сюда. Так, аккуратненько, чтобы только ее спилить. Давай. Во. И сейчас начнем делать платформу. Под платформу именно под буром начну. Но насколько в ширину? Думаю, в ширину станции, в принципе, будет нормально. Так, building mod. Здесь не закрываем конвейер. Он пригодится, чтобы по 10 тысяч раз не отпиливать. Ничего. Так, сейчас это надо будет дело все сварить. Именно на этой стадии. Так, ну я сделаю платформу сейчас. Наверное, с шириной со станции, может чуть-чуть пошире. Ну и, собственно, тоже пока на паузе. А то слишком длинно выйдет. А, еще небольшая добавочка. Поскольку у нас строитель. Именно строитель. У него трастеры снизу. И он прожигает обычные блоки. А подбор, именно вот это вот место, будет из обычных блоков. А левее уже будем делать бронированные блоки. Потому что... Иначе... будет постоянно пол прожигаться. Так хотя бы блоки будут тяжелые ломаться. Они вроде ломаются все равно, но они сразу в них дырка не делается в полу. Поэтому как так. Можно, конечно, и двухуровневый сделать, так сказать, этот технический этаж и поставить там сварщики, чтобы чинились в случае повреждения, но... По-моему, будет как-то не то. Вообще, можно, в принципе, такой же ангар сделать, чтобы автоматически все открывалось, закрывалось, чтобы летающий грузовичок тоже какой-то был, сюда влезал. Ну, еще пока неизвестно. Ну, всегда ангар-то, в принципе, можно расширить, но будет сложнее расширять, если у него лишних систем будет море. Так, теперь вот здесь вот, вот так вот. Ну да. Короче, пока я сделаю платформу, такую более-менее, если, конечно, прям сильное горючее желание, чтобы был ангар, пишите в комментариях. Валёк, делай ангар. Я сделаю ангар. Тоже как тот гараж с автоматическими дверьми, с разгерметизацией и прочими плюшками. Так, а высоту, да, будет очень высокая штука, чтобы бор влезал. Еще так, чтобы немножко про запас. Это прям ух.
Ух, какой высокий будет ангар, не маленький. Еще плюс длину надо бы добавить. Чтоб, ну, будут там типа всякие истребители. Маленькие. Сами знаете, для чего. Чтобы обороняться. Вдруг так быстро подбежал, сел и пошел бомбить. Вот. Надо, кстати, здесь вот поставить тяжелые блоки. Блок тяжелой брони. Чтоб тоже были сразу. И не знаю, может в будущем какой-нибудь ангарчик для постройки небольших кораблей. Прям вообще небольших. Со всякими там сварщиками, тоннами сварщиками. На поршнях станции-то, я думаю, на поршнях не будет лагать, в отличие от кораблей. Должно все нормально держаться, потому что станция все-таки не движется. Хотя, блин, эту игру можно иногда и не понять, что она может, что не может. Все, кончились стальные пластины. Пойду дальше за пластинами. Ну, пока, собственно, на паузу, да. Итак, собственно, теперь очередь за бронированными блоками. И пока крышу не буду делать. Так, здесь сделаем отступ. Сразу будет бронированный в блоках. Для этого корабль довольно-таки широкий. Значит, где-нибудь 5 блоков будет в ширину. Да. Здесь будет коннектор в полу. Так вот. Ну, поскольку корабль сейчас нам никак не мешает, я могу сразу наштамповать и, собственно, просто построить спокойно. Ну, где-то вот так вот выглядит. Ну, еще вот вперед. А, ну еще какие-то там истребители будут стоять, наверное, спереди. Вот так вот будет. Ну, может, будут стоять спереди, а может, не будут стоять спереди. Проще было весь пол усыпать блоками тяжелой брони. Что-то я даже не подумал. Хотя здесь будет этот пролетать так. Потолок будет высокий, так что если что с истребителями, то они влезут. Особо длинные не буду делать. И надо бы, блин, подключиться, разгрузиться, но пока ничего не подключено. Так, вообще, надо бы вот так вот включить. И обычно строю. Я думаю, 5, ну ладно, 6 еще блоков пусть будет торчать. И там уже начнется стенка. Вот такая вот где-то длина ангара, я думаю, хватит. Да по-любому. А всего у нас получается 7, да? Семь. Ну ладно, если ворота можно сверху и снизу поставить. Ну это потом. Сначала еще никто не проголосовал за ангар. А это можно и так оставить. Ладно, ладно. Да, кстати, решеток-то нету. Столбы внизу я пока не буду ставить. А вот решетка, блин, нужна. Так, ну, чтоб мне 10 раз эту трубу не перестраивать, я сюда поставлю
сюда поставлю. Так вот. Блин, крутиться не хочет. Вот так вот. Иди сюда конвейер. Надо будет подвести трубу к тому коннектору. Так. Конвейер. Все-таки загружаться и разгружаться-то надо. Как ни крути. И этот корабль сейчас не особо может это делать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тебя же нечего. Так, ну сюда прямо трубу. Раз. Два. Сюда поворот. Вот поэтому я не ставлю столбы, чтобы сейчас было возможность строить на корабле. Потому что вручную это очень долго придется делать. Так, ну тут тоже будет этот конвейер, поэтому пятерочка, никаких загугольных труб, потому что конвейер пригодится. Вот так вот. И вуаля. Почти, почти. Шесть. Туда, иди туда. Вот, нет. Вот. Так. И как бы не пришлось уменьшать его тоже, притяжение, так сказать. А то у нас в прошлой серии были проблемы с этим. Остальные пластины кончились. Надеюсь, коннектор что-то перепал. Ну. Да, что-то перепал. Тот коннектор чисто для разгрузки будет. Можно еще чуть пошире поставить ангар, мало ли какой-нибудь грузовик там будет. Сбоку, не сбоку. Так, вроде рабочий. Тихо-т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 ихо. Камеры нет никакой, я так понял, да? Ну, ориентироваться будем по этому центральному блоку. И посадка. Ой, мне не нравится этот звук. Во-во-во. Надо двигатель просто выключить. А я выключил полностью станцию, обесточил. О, вот оно что. Да. Решеток не хватает, вот такая вот фигня случилась. Так, ну сейчас залезу с этого, с кабины производства. Решеточек побольше. Штучек 100 на одном. А на втором пластин. Это что, нифига нету? Железа нету? Или есть? Производится. Железо улетает только в путь. А здесь никеля. Никеля кобальку. Ё-моё. Ё-моё. Придется лететь, добывать. Итак, собственно, добыл. Все добыл. А, блин, движки-то не выключил. Ой, не включил.
Так, решеток немного есть. Вот, блин, уже поломалось. Совсем. Совсем поломалось. Преимущество еще строить от кабины. Можно довольно-таки, в принципе, далеко поставить блок. Ctrl-G. Что не варишь-то? Да, достала ты своим low health. И steel plate есть. Ну, metal grid есть. Ну, что-то не варится. Почему? Типа пластин нету, и этого нету. Какая-то непроходимость в этом у нас. В этом. Странно. Не должна же. Непроходимость в плане. Не проходят некоторые ресурсы. В принципе, вот коннектор, большой конвейер. Все соединено большими этими конвейерами. Почему не проходит? Вот почему он не проходит? Рельсы не проходят. Для они обратно не хотят проходить. Странно. Очень странно. И переварить не переваришь. Да не, все правильно. Почему? Здесь соединено большими. Большие. Там большой конвейер. Как-то. Так, у меня в баллоне нет просто водорода. Заложил льда, блин, скатался. Затем, за другим. Да, кстати, я добыл магний. Как там? Магний. Пишет здесь магний. Кстати, камера есть. Ну вот почему она не проходит? Причем откуда не проходит? Ладно, с кабины. В кабине-то не все, что проходит, все есть. Все маленькое. Где они у нас? Плат это. Плат. А, их нету даже. Вот она что. Вот. Понятно в чем. Это, короче, остановился таймер. Не зря я сделал здесь кнопка запуска активировать. Во! Metal Grid нету ни хрена, и Steel платы. Плате тоже нет ничего. Плохо. Придется опять сажаться. Садиться. Камера есть. И опять делать дырку впало. Иди сюда. Давай, цепляйся. Да, целимся. Куда целиться? Что за ботва? Ну-ка. Как далеко камера-то? Вроде вон она. А, не с той стороны, понятно. Все ясно. Вот так вот, чтобы сверху было. Просто не заметил внизу он, от коннектора часть наша. Вот это я не увидел. 9. Так, инвентарь. Все перерабатывается, в том числе и магний. Это. А чё я так мучаюсь? Вот так вот берем. Это не наши контейнеры. Вроде. Должны быть же. А, вот наши контейнеры.
Так вот. Сейчас решетками забьем, да пластинами. Немного влазит вообще. Вообще ничего не влазит в этой. Так. Нет, не сюда. Надо было в сварщик что-нибудь положить, наверное. Сварщик, давай я положу. И отсоединяемся. Вот видели бак, это корабль сам взлетает. Благодаря нему куча происшествий произошло вообще. Поэтому теперь мы постоянно ставим движки, направленные вверх, чтобы совсем не это. Так, Борис. Блок большой и маленький. Правда, придется частенько стыковаться. Так, сейчас я сварю еще вон те блоки. Они первые всех уничтожаются. Ну, сейчас будет проще, чтобы постоянно не летать, но корабль, конечно, лучше разобрать тот. Вот уже не хватает. Ты что поставил? Ё-моё. Ё-моё, не то поставил. Так, главное не завариться. С круглую броню поставил сюда. С ума сойти. Так, ну ладно, сейчас все подправлю, все заварю. А то время уже... А, серии подходит к концу. Ладно, пусть валяется. Ну, пауза пока, пауза, да. Итак, я подустал немножко постоянно стыковаться, потому что металлическая решетка очень много места кушает. Собственно, весит много. Я решил сделать небольшой рукав, чтобы у меня его система была подключена. Я просто подключусь к конвейеру и буду себе приспокойненько варить, и ресурс у меня будет приспокойненько, так сказать, перетаскиваться. Как-то шаткая конструкция. Совершенно. Сейчас я сохраню игру лучше перед этим. А то, мало ли, всякое бывает. Итак, пытаюсь стыковаться. Там уже ее и так всю колбасит. А что же будет? Интересно, удержит ли корабль? Готов. Все. Фу, осталось сделать группу. Группу роторов. Ой, на английском. Роторы. Улучшенные. Их 4 штуки. Роторы. И, собственно, о, безопасный тоже есть safety look. Переключить реверс, вращающий момент. И, правда, я не помню, что надо сделать, чтобы... Может, выключить? Или включить? Вот он мне сейчас вот не дает сдвинуться, это понятно. Так, роторы, значит. Safety look надо сюда поставить. Четыре. Так, извиняюсь. Так. Пробуем. Сейчас я убрал скорость безопасной safety look. Это вот safety look speed.
Открепить, припихи. Так оно сейчас вот не включено. Я не помню, то ли включить, то ли выключить надо. Я уже юзал эту подобную конструкцию благодаря человеку с ником NoName. Если ты меня смотришь, тебе привет. Огромный. Так. Оп. И... А, еще надо safety look отключить. Да. Что-то пошло не так. Четыре же, четыре. Вот это короткая, блин. Надо было сюда еще одну вращающую поставить. Две вот такие вот надо было сделать. Блин. Ладно, пауза пока. Итак, не знаю, видно, не видно. Сейчас, секунду. Так, вот. Улучшил кран. Так сказать, надеюсь, все пойдет как надо. И у этого корабля хватит мощности. Лучше, конечно, бы его опустошить и просто передавать все через конвейер. Сейчас он мне наполовину заполнен. Я его сейчас сохраню. И... Сейчас, короче, из него все выкину, чтобы ему легче было. Надо еще поднастроить поршни. Ой, поршни. Роторы. Так вот, если у вас мало места, можно пользоваться и такой хитрой, нехитрой штукой. Будет, так сказать, очень даже. Так, сейчас все, просто все повыкидываю из него. Средний грузовой контейнер. Нет, по-моему, нет. Не от этого. Где большой-то? Большой контейнер. Большой контейнер. Так, все красное. О! Хрен. Ну, из кабины, да. Из кабины мало что выкинешь. Так, значит, с коннектора. И это все отсюда вон. И нам главное будет успевать производить все, включая решетки, уголки, плиты и так далее. Вот это, кстати, надо было сразу выкинуть. Почему не выкинул? Лишнее место стекло занимает на корабле. Так. Отсюда. Отсюда. Ладно, просто повыкидываю, будет неаккуратно, потом сложим. А то время-то идет, как говорится. Вот так вот. Все, бардак полный. Так, все, вроде все. Отсоединяемся. Так, теперь. О, блин, как летает. Прям пух. Надеюсь, он эту трубу удержит. Хоть как-то. Цепляемся. Прям шустрый, как понос стал. Готов. 9. И бывают баги, конечно, там типа коннектора отлетает, но это давнишние баги, я надеюсь, их исправили. Так, сейчас safety lock включен, роторы включены, значит, роторы, где они там, роторы, вот у нас три ротора,
Safety Lock включаем, это убираем. Это убираем, это включаем. Это убираем, это включаем. Вот поэтому надо включать. Точнее, сохранять игру. Там полный развал, небось. Интересно даже посмотреть, что случилось. Самое главное, как? Главное, бур-то цел почти. Так что вот так вот. Надо было, наверное, сначала настроить, а потом отсоединиться. Так, перезагрузка и... Так, второй раз уже перезагружаюсь. Может просто выключить поршни? Потому что как на каком-то из поршней... Фу, роторы! На каком-то из роторы включаю Safety Lock. И корабль сразу отстреливается. Нафиг. Так, сейчас посмотрим. Все на месте. Не знаю, да. Сейчас именно так... Так и попробуем. Вот этот ротор. Safety Lock. А, надо было сначала бы выключить. И спид убирать уже. Не знаю, как лучше сначала выключать или потом. Может, сначала лучше. Выключу его. Safety Lock спид. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Короче, багует эта вся система, до хрена на роторов не приносит плода. Чё, разбился? Прям чуть-чуть осталось. И все. Там все разобралось, конечно. Уже, конечно, уже. Блин, как же тебе сделать-то? Может, просто один залоченным оставить? Какой взрывается, вообще непонятно. Хм. Ладно, а сейчас опять перезагрузим, у меня есть еще идеи. Итак, вот вам и, блин, Safety Lock. Так, сейчас я, оп, выключу. Это выключу. Двигаться. Ай, не могу. К сожалению. Не знаю, сейчас в группу воткну все поршни. Ой, все роторы. Чё ж я их поршнями-то называю? Так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Сохранить. Большой баг будет. Интересно. Включаем. Тяжелая штука, надо бы гироскопчиков добавить на корабль. И вот сейчас жалею, что нет видео, вида от третьего лица. Давайте Safety Lock выключим. Что там творится-то вообще? Вообще непонятно. Что творится? Тебе трудно, блин, расправиться, что ли? Да, может, я как-то кривовато сделал. Может, ее надо было сначала это... Да. Чё, сломал уже? Вот этот пор, походу, дело не крутится. Ну давай. Ну. Блин.
Да что же здесь творится-то? Сейчас намотаю, запутаюсь. Ну, что-то, походу, дело дурацкая идея. Давайте-ка... Давайте что сделаем? Везде надо safety lock speed выключить. Ой, я ненавижу эту игру за такие вещи. Просто. Ну и что случилось на этот раз? Ничего. Так, стоп, вроде все целое. Здесь... Ладно, друзья, увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Обязательно пишите комментарии. У меня уже все бомбит. Всем пока.